Всех приветствую на канале Animal Life. Олень застрял в болоте и почти потерял надежду. Нерасторопный олень случайно угодил в глубокое болото и почти потерял надежду. К счастью, на помощь попавшему в беду животному пришли лесники. Вытащить тяжелого зверя из трясины оказалось очень нелегко. Олень не понимал, что ему хотят помочь, и несколько раз попытался боднуть лесника рогами. Тогда люди решили воспользоваться веревкой. Ее накинули прямо на рога и потянули всеми силами. Через какое-то время трясина нехотя отпустила пленника. Испуганный олень пустился в бега, так и унеся веревку с собой. Он благополучно убежал в лес искать своих сородичей, а лесники огородили опасное место, забросали его ветками, чтобы другие звери вдруг не попали в природный капкан. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.